приветствую всех, кто зашел на мой канал, в особенности, конечно же, своих подписчиков. С вами Турбоёжик. Продолжаем мы выживание в Расти. Сегодня у нас с вами не будет никаких рейдов, никаких разборок. Сегодня мы с вами будем только строить башню. Наконец-то, башню. Да-да-да, давно я хотел ее построить, но в связи с отсутствием ресов, их нужно очень-очень много, так как на... В серваке, где рейды занижены, их хрен набьешь. В огромное количество, я имею в виду. То я зашел специально на другой серв, где повышенные рейды. И хочу построить башню, свою мечту наконец-то осуществить. Давно я вам все говорил. Ёжик Таун она будет называться у нас. Да, вот такое вот название придумал. И сегодня, я думаю, мы с вами наконец-то ее построим. Для этого, гляньте, у меня сколько ресов тут просто... Шокирующее количество, там, 3 миллиона камня, сульфура, там, 500 000 железных фрагментов просто, ну, дохренище. Это все с двух камней я просто набил. А, ну что, в принципе, приступим к возведению нашей башни. Вот такое вот место я нашел здесь вот с видом на океан. Здесь вот постройки какие-то, но они нам, в принципе, не мешают. А, первым делом мы с вами строим круг. Именно круг. Так, давайте вот здесь вот, наверное, поставим его. И обводим по контуру его вот таким вот образом. Есть. Теперь берем мы, значит, фундамент. Он у нас будет вот такой вот квадратный именно. И ставим его вот так вот по бокам. Ну, у нас вот такая, посмотрите, будет как звездочка. Вот так вот. Это нужно нам для того, чтобы у нас получилась окружность. И теперь берем вот такой вот фундамент, треугольником который. И заделаем вот эти вот места, где у нас осталось. Осталась пустота. Есть, все у нас получилось. Посмотрите, круг какой получился. О, вот здесь забыл. Так, главное ничего не забывать, ничего не пропускать. И теперь, соответственно, ставим пилары, потому что крепость у нас будет высокая, наша башня, и для этого нам нужны пилары. Давайте, в принципе, я их улучшу только снизу, а сверху, думаю, ни к чему их улучшать. В принципе, вот таким вот образом ставим везде, по-быстрому. Так, сервак не лагает, это очень классно, кстати. Ну, здесь и народу поменьше, это PvP-шный сервак, в принципе. Здесь, я думаю, только строить такие вот сооружения однодневные и потом сваливать. Очень я хочу вам показать. Так что на этом серваке я, наверное, буду заниматься постройками таких разных, огромных просто сооружений. Так что здесь можно и здоровую крепость поставить, и какой-нибудь необычный дом. И все, что вашей просто душе угодно. В общем, ваша фантазия здесь разойдется просто не на шутку. Так, и улучшаем также фундамент, круглая крепость, так что здесь ресов очень много нужно. Ну, у меня хватит, вы видели, да, сколько у меня? Улучшаем. Так, вот у нас первый круг, да, получается. Там второй. Так, и давайте сразу вход сделаем. С какой стороны сделаем вход? Не знаю, чтобы видно было получше. Вот так вот, может быть, сделать вход. Или с той стороны. Со стороны моря, в принципе, можно вход сделать. Давайте вот здесь вот поставим. Ставим мы, значит, ступеньки. Вот такие у нас будут ступеньки. И ставим вход, дверьку. И обносим все кирпичом, конечно же. Так, это я могу? Да. Естественно, как же я не могу это улучшить? Так, стороной у нас какой она стоит? Перевернем. Все, обносим мы. Стенами, наконец-то. И первый этаж, в принципе, у нас сейчас будет готов. Так, улучшаем. Скоро. Вот здесь вот я не улучшил, что ли, что-то? Профукал. Пиларов достаточно много, так что я проморгал некоторые из них. Так, вот так вот. И закрываем все кирпичом. Надеюсь, меня никто здесь не завалит. Но ресов много, в принципе, здесь отжимать не имеет смысла. Можешь сам быстро набить. Так, вход у нас один есть. Может быть, замок. Рецепта у меня нету здесь на замок. Так что давайте так, чисто для понта поставим вот такой обычный замок сюда. Так, втыкаем его. Ну, пусть так даже. Пусть дверь открыта. Вот мне не жалко. Заходите, кто хочет. И ставим, в принципе, дверь еще вот сюда вот. Пусть она у нас сбоку будет, такая дверь. И обносим по контуру, по маленькому, еще стенами. Сюда втыкаем дверь, соответственно, замок, крафт, тоже сюда. Втыкаем. Вот такой у нас замок будет, а-ля бомж
замок. Улучшаем все кирпичом, конечно же, по-быстрому. А, переворачиваем дверь сюда. Так, открывается. Открывается. Все, хорошо. А, отлично все. А, теперь нам нужна лестница, чтобы забираться на нашу крепу. Так, давайте мы ставить будем ее вот здесь вот, наверное. В этих местах, потому что здесь мы, в принципе, ее никуда не воткнем. Да, никуда мы ее не сможем воткнуть. Вот так вот. В принципе, если вот это вот сбить, пилар вот этот вот сбить, и лестницу сюда ставить. Но я думаю, это не стоит делать. Нам еще пригодится. Так, так что давайте вот здесь вот. Вот так вот у нас будет. Поставили лестницу, залазим наверх. Быстро все обшиваем с вами. Так, с деревом все обшиваем. Этот круг у нас чистый из треугольников, а второй уже, наверное, нужно будет квадраты класть. Так, и улучшаем. Здесь я все закрою, конечно же. Так вот. Прикольно, да? Похож на такой, как будто знак какой-то необычный. А здесь мы закрываем, соответственно, на тоже половину треугольниками, а половина у нас будет уже квадратами вот такими вот. Где у нас плитки? Да, вот так вот. Так вот. В принципе, вот эти места и остались, где я ставил квадрат, а там квадраты у нас и получаются. А здесь мы быстро закрываем треугольниками. Вот так вот, вот так вот. То есть у меня, если туда попадают, в тамбур, получается закрыто. То есть никак они не попадут туда. И ставим пилары тоже здесь. Все, я их уже улучшать не буду, чтобы время не терять, в принципе. Так, я для большей устойчивости их поставлю. Такс. Это сюда. Так, да, немного лаги есть. Ну ничего, в принципе, это не критично. Улучшаем потолок или пол. Если снизу стоять, то потолок, если сверху, то пол. Получается. Так. Это тоже улучшаем. А, здесь ставим уже стены. В принципе, у нас здесь как бы такой подъем будет. Здесь мы все закрываем таким вот образом. Так, пилары я поставил, да? Почти. Окон у нас здесь пока что не будет. Думаю, давайте окна начнем ставить с третьего этажа. Будет красиво довольно. Так, здесь у меня пилар есть, что ли? Чуть не помню. Так, да, был пилар у меня здесь. Закрываем все тоже так вот. Так, поставили. И кирпичом тоже улучшаем. Очень много ресурсов надо на эту башню, так как здесь и треугольники, и квадраты. Большинство, конечно, треугольники берут на себя все ресурсы. Огромные по площади башни. В принципе, можно было еще круг сделать, но, ребята, это очень и очень долго. Очень долго. Так что у нас такая будет башня. Ну, блин, ну, она будет классная. Не сомневайтесь. Так, здесь мы ставим вот так вот, типа, закрываем. Коридорчик у нас такой будет. Ставим здесь дверной проем, замок. Давайте вот так вот поставлю на крафт. Пригодятся, в принципе. Так, ставим замок. Открыто. Welcome. Ёжик приглашает на чаек, конечно же. Другого мы не держим. И улучшаем здесь. Вот так вот. Так, есть. А у нас остался круг посередине. Втыкаем пилар сюда. И также обносим все таким вот способом. Здесь у нас будет дверь. То есть в основание мы сможем все-таки зайти. Но попасть между этажами мы не сможем. Никак. Так, вот так вот. И улучшаем. Блин, просто замечательно. Я так рад, что здесь так много ресурсов. В принципе, моя фантазия может разойтись здесь не на шутку. Здесь можно просто на часы зависнуть. В принципе, что хочешь, то и строй. Очень классно. Так, съесть. И давайте, соответственно, можно ее тоже закрыть. Вот так вот. Треугольниками здесь все. А, улучшаем. Ну вот, другое дело, да, сервак не лагает, и сразу быстро все улучшается, и процесс у нас с вами быстрее идет. Так, эту мы дверь закроем. Окей, здесь мы тоже поставим потолок. Так, лучше. А, все, улучшился. Небольшие залипания, конечно, есть, но это нормально, нормально. Так, есть, заходим, это попали на второй этаж, и давайте теперь делать защиту, в принципе. Защиту от лестниц. Так, почему не ставится? Все, все отлично, все поставилось. А, развернуть нам бы, конечно. Так, здесь у нас вход. Лестницу, наверное, я все не ту поставил, да? Так, разбиваем это по-быстрому. И ставим вот это вот, чтобы она в другую сторону смотрела. Вот так вот.
Есть. Так, поднимаемся и ставим быстро потолок сейчас. Здесь вот в проемах. Так, квадраты у нас пошли опять. И потом, как всегда, треугольники пойдут. Сюда вот. И треугольниками закрываем все. Такс, такс. Вот так вот. Сразу пилары сюда можно поставить. Вот так вот по кругу идем. Да как же я без пиларов, кстати, раньше строил, просто устойчивости. Выше, если подниматься, устойчивость падает, соответственно. А мне, ёжик, ёжик, давай пилары ставь, заколебал. После этого я, в принципе, и начал пилары делать. И да, это, в принципе, спасибо огромное подписчикам, которые помогали мне разбираться с Растом. Я много прислушался к вам. Много чего не знал, много чему меня научили, кстати, да. И это мне нисколько не стыдно, наоборот, я вам очень сильно благодарен. И проходим по кругу опять. Ой, а я же хотел защиту сделать, правильно, от лестниц. Давайте тогда все-таки разобьем и защиту уже начинаем. Так, у меня есть... А может ремувнуть? Ну, это неохота прописывать, в принципе, сейчас быстро разобьем с помощью стрелы и лука. Такс, и делаем сюда защиту. Плитки, плитки, плитки нам очень сильно нужны. Так, а сюда мы какую поставим? Не смогу я квадратами здесь все прям обнести плитками. Попробуем. Нет, не смогу. Значит, придется треугольники ставить сюда. Так, треугольничек. Сюда вот тоже треугольничек ставим. Сюда поставится треугольник. Треугольник. В принципе, сюда везде поставятся треугольники. Вот так вот. Почему туда? Туда плитку поставил. Не, вот так вот прикольненько будет. Плитку мы сейчас с вами эту разрушим. Треугольник, в принципе, красивее смотрится, чем вот эта вот плитка. Такая вот. Сюда тоже втыкаем треугольник. И он у нас. И улучшаем все. Естественно, улучшаем. Эти я точно улучшу. Они придадут красоту, вернее, камень, с помощью которого улучшаю. Такс. Сюда. Сюда. Улучшилось. А, вот сюда вот еще забыл. И сюда вот. Так, так, так. Такс. Есть у нас защита. Класс. Гляньте, звездочкой, да? Прикольненько получилось. Так, ставим сюда пилар. И вот вокруг нашего центра, вокруг основания тоже. И сюда сейчас ящик мы с вами воткнем. Это обязательно. Ящик нам нужен. Крафт. У нас же крепость как-никак. Ёжик Таун. Вот так вот. И обходим все. Так, а давайте мы знаете, что с вами поставим? В один стак, надеюсь, они крафтятся. Нет, не в один. Хочу окружить. А, вот так вот. Поняли, да, для чего они нужны? Вот сюда вот ставится, а строительство запрещено. Шкафчик, активируемся. Сюда вот смогу я их поставить? Не смогу. На эти. Наверное, не ставится все-таки. Если бы квадрат она ставил, то... Они бы, в принципе, поставились. Ну ладно, это, в принципе, не так важно. На них я и не рассчитывал так, если чисто их внизу поставить. Все, окружаем. Ой-о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 й. Осторожно. Пытаюсь побыстрее сделать. Некоторые ошибки все-таки присутствуют. Давайте это я разрушу. Все-таки, наверное, окна мы с вами поставим сейчас. Думал я их повыше сделать. Ну, все-таки давайте на этом этаже их поставим. Вот у нас с окнами. Все как надо, это же крепость у нас, правильно? А, окнами давайте прям окружу я вокруг, прям по периметру всей башни, всего этого этажа, вернее. Вот так вот. Окружаем, окружаем. Ну, вот здесь вот мы поставим защиту. Ну, типа, не окно, чтобы не видно было, а стенку. Так, и все закрываем. Быстренько тоже улучшаем это все. Блин, классно смотреться будет все-таки, я думаю. И в конце будет кульминация, это круглая крыша. Я ее ни разу не ставил, так что не знаю, как ее делать. Думаю, разберемся, если, в принципе, если очень захотеть, да? Можно в космос полететь. Так, решетки, наверное, я не буду ставить или поставить, чтобы смотрелось получше. Давайте все-таки воткнем решетки. Красивее, я думаю, будет смотреться с решетками. Понеслась. Есть. Здесь мы все закрываем. Здесь я поставил уже, да, все поставил.
А здесь уже без окон мы делаем. Здесь у нас как бы шкаф стоит. Здесь, по идее, вообще нужно железом все делать. Так, вход у нас... Так, опа, вход-то у нас вот здесь вот. Так что придется дверной проем делать вот в этой стороне. А здесь мы с вами вот так вот закроем просто-напросто. Все, и улучшаем. Так, кирпичом я что ли улучшил? Да, все нормально, кирпичом. Пусть так вот будет. Погнали по периметру. Так, здесь у нас вход будет. Ставим. Стеной загораживаем. Есть, есть. Сюда ставим дверьку. Где у меня замок? Замок. Вешаем замок. Класс. Сюда сразу ставим. А, в принципе, можно потом сверху поставить. И здесь тоже ставим вход. Здесь у нас как бы стоит ящик, шкаф. Так что нам сюда вход необходим. Так, поставили. Все, улучшаем. И понеслась треугольниками. Обносим все. Быстро, быстро. Ну вот вроде. Ошибаться я поменьше стал. Такс. Не знаю, мне, например, очень нравится строить в Расте. Особенно, когда ресурсы есть. Но когда их нету, да, в принципе. Это плохо. Так, здесь у нас... Можно эту дверь поставить туда, вон, чтобы открывал, чтобы не мешалось. И эту тоже вовнутрь поставим, давайте. Здесь мы сломаем. Здесь давайте у нас лестница будет дальше на этаже уже. Так, сюда лестницу ставим. Вот таким вот образом. Есть. Залазим. Так, и закрываем опять квадратами. Где квадраты ставятся, там квадраты. Где треугольники, треугольники. Главное... Не спешить, и все делать аккуратно, и все у вас, конечно же, получится. Если честно, то я сам делаю такую башню первый раз, так что вдруг, что, если неправильно будет, придется меня рушить. Безопит, братва, но ежику интересно самому разбираться, чем смотреть там чье-то строительство и по его примеру делать здание. Так, фейспалм придется мне разрушать. Закрыл я вход. Где у меня подъем-то на лестнице? Сейчас ремувнем. Ремувем. Включилось. Да, 30 секунд. А где лестница-то? Что-то ее проспал. А, вот. Вот у нас ход. Все, отлично, закрываем. Заболтался. В принципе, я могу долго болтать. Некоторые даже говорят, ежик, ты слишком много болтаешь. Я говорю, ребята, ну что могу поделать? Такое что поделаешь? Но некоторые, наоборот, нравится, когда я разговариваю, что-то рассказываю. Особенно, говорят, интересно, ёжик, рассказывай, рассказывай. Так, здесь у нас вход, соответственно, тоже будет. Давайте здесь вот его сделаем, здесь закроем. Так, а, нет, давайте мы здесь тоже провернем такую штуку. Вот эти вот поставим. Двойная защита от лестниц будет. А потом просто стенки в высоту будем вести. Пока без вот этих вот самых треугольников. Так, отлично. И сразу их давайте улучшим. Так, вот звездочка. Ну, очень красиво, знаете, похоже на солнышко. Как бы. Такое яркое-яркое солнышко. Здесь у нас не темнеет. Ну, кстати, я что заметил? Подождал, ночь вроде наступала. Думаю, ну, сейчас ночь пройдет. Буду строить, ну, чтобы вам видно было, мне. И раз тут, в общем, ночь... Очень быстро проходит, в принципе, как бы ее и нет. Он сейчас все увидите. Так, и здесь мы ставим, куда я там поставил, пилары. Нужно вокруг обвести, чтобы наша башня стояла устойчиво, чтобы я мог высоту дальше строить. Так, 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 так. Да, немного, конечно, лаги есть, но это нормально. Это не сильно, это везде так. И, в принципе, это не зависит, будь это там хоть супер наикрутейший комп. Это раз, детка. Да, это раз. Так, и давайте мы здесь окна тоже сделаем. Да, чё ж такое-то, дверь поставил. Так, разрушаем. Окна. Вот сюда мы ставим. Так, вроде и темнеет. Чат мы с вами выключим, не нужен он нам. Главное больше не забаррикадировать вход. Так, и вот сюда, в принципе, ну, класс, класс, слушайте, вот именно такую башню и хотел сделать. Так, улучшаем все. В принципе, пилар я только центральный улучшаю по центру. На всякий случай, мало ли что, в принципе, да? Так, и давайте здесь я тоже улучшу
Так вот, чтобы он был. Решетки, давайте тоже воткнем решетки обязательно. Сюда, сюда, сюда. Да, уже как бы темнеет, но сейчас, по идее, должно солнце опять начать подниматься. Где у нас вход здесь? Лестница. А, вот у нас вход, вот так вот. Немножко боком, ну ничего, в принципе, ничего страшного. А, можно вот так вот заделать. Давайте вот так поставим. Здесь у нас тоже нужно заделать, стену поставить. Здесь делаем дверь. Замки. Черт. Такие даже замки, знаете, как бы смотрятся в стиле Раста, они те здоровые с кнопкой. Кажется, такие прикольнее. Так, все правильно, пусть таким вот образом оно здесь и окружаем. Так, вошли сюда. О, гляньте, у нас здесь будет вход сразу в центральный проем. Так, и... То есть у нас, смотрите, здесь будет вход, и сразу выход отсюда можно выйти. Сюда вот поставлю. Вот так вот. Все, погнали. Быстренько. Так, съесть. То есть сходим, попадаем сразу в центр. В центр нашей башни. Эпицентр. Такс. Сюда ставим. Отлично. И треугольниками сверху проходим. Слушайте, это я вот я башню строю. Если взяться, здесь можно такую крепку подбабахать. Это просто закачаетесь, наверное. Так, главное не бояться, проявлять свою фантазию и не стесняться. Чё, пусть хоть какая-нибудь кракозябра получится, но зато это будет ваша постройка, вы ее сами построите. Так, и давайте лестницу делать. Да, вот здесь вот, наверное, сделаем. Вход. Есть. И опять мы с вами обстраиваем. Так, где у нас плитка? И треугольник. Так, что у нас, сумерки получается? Солнце садится? Но, по идее, не должно у нас сейчас... До конца сесть. Должен рассвет долбануть. Так, ну посмотрим сейчас, все подождем. Если вдруг уж ночь наступит, хотя я сомневаюсь, то подождем, конечно же, утра и утром продолжим. Но, скорее всего, этого не будет. И улучшаем. Ну, гляньте просто на эту красоту. Как же, блин, не смотреть, не радоваться. Такая дымка вдалеке. Прикольно, прикольно. Мне очень нравится. Да-да, думаю, всем поклонникам Раста тоже. Такс. Темновато стало что-то. Странно. Ну, ладушки. В принципе, пока все видно, пока все хорошо. Так, ставим пилары. Какой-то у нас этаж, я что-то не считаю, строю. Ничего не считаю. И давайте тоже пиларами обнесем по-быстрому сразу. Так, и сейчас, наверное, этажа 2 нужно поднять без окон. Все-таки это у нас крепость как бы. И окна ставить на каждом этаже, я считаю, это как-то глупо. Ни к чему. Все-таки стиль-то у нас башни крепости, правильно? Хоть и ежик там, но все равно. Давайте здесь просто сделаем без плиток и без окон. Таким вот образом быстро улучшаем все. Моментом все у нас получается. Все классно, кстати, ребята. Очень прикольно. И крыша будет, наверное, просто классная. Вот деревянная крыша. Не хочу ее, наверное, до камня не буду улучшать. Даже вот как бы соломой, да, она кажется так сделана, как бы такой домик, в котором живут поросята. Так, сюда ставим стену. Вход у нас опять будет в центр, да, сразу. Ну ничего страшного, это нормально. Так, и вот так вот, в принципе, можно сразу улучшить. Так. Так. Это мы, ну, в принципе, вот так вот пусть будет. Ставим дверку. Есть замок. Где замки у меня здесь? О, накрафтил. Моментальный крафт. Классно. Так, улучшили. Все, да? Получилось? Хорошо. И давайте теперь выход тоже отсюда сделаем, в принципе. Какой у нас будет? Ну да, вот здесь вот, в принципе, без разницы. Так. Поставил я там, да, все классно. Так, я не понял, что-то темновато. Где же наше утро? Я не поняло. Центр. И сюда втыкаем для защиты лучший шкаф. На офсерваках нельзя разрушать постройку, если вы активируетесь во всех шкафах. Так что вот такие вот дела. Чем больше шкафов, тем лучше, в принципе. Вот так вот. И треугольниками обходим.
Хорошо видно хотя бы, я думал, ночь вообще сейчас наступит. До этого вроде быстрое утро началось, сейчас что-то не хочет. Ну ладно, в принципе, слушайте, нормально пока видно. Ну, если что, конечно, я подсветку включу, чтобы получше было видно, но пока не критично, пока все классно. Такие у нас сумерки получились. Лестницу. Поднимаемся вверх. Вау. Это закат у нас, да? Не рассвет еще? Солнце у нас вон там, он, кстати, за горой садится. Так, вход. Есть. Есть. И давайте треугольниками. Так, сюда треугольники. А, здесь у меня лестница. Так, все правильно, сюда треугольники. В принципе, давайте костер я скрафчу, поставлю, чтобы вроде посветлее было. Так, костерик сюда вот поставим. О, в темноте будем делать. Ну, тоже неплохо. Ночная стройка у нас. Во. Классно, классно. Так, где у нас вход? Все нормально. Не заложил я его, все нормально. Продвигаемся дальше. Камень у меня. Все нормально, камень есть. Такс, такс, такс. Ой, а давайте печки поставим, посмотрим, сколько они здесь плавят. Быстро, что ли, или нет? В принципе, здесь рейты завышенные. Ой-ой-ой-ой-ой, пукан обжег немножко. Мясо есть, можно съесть. Давайте сожрем. Ешь, 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 ешь. И еще одну печку вот куда-нибудь вот сюда вот. Сейчас кину дерево, посмотрим, поскольку оно плавит хотя бы. Так, деревце, деревце, деревце. 12 тысяч. 11 пусть. И сульфура накидаю. Взглянуть интересно. Быстро что ли наплавится? Ой, что-то сюда маловато кинул. Вот так вот. Ну-ка, понеслась. О, гляньте, а вот и рассвет. Выключаю. Выключаю. Ну да, говорю же, быстро здесь все происходит. Так, крафт. Да, кажется, крафтит быстро. И плавит. Это сульфур. Он нам не нужен. Нам нужно железо, ребята. Так, сюда, сюда. Сюда. А, дерево. Так, давай пеки. Сейчас без угля его поставим, чтобы железо по-быстрому сплавилось у нас. Нахрен это. Так, выключаем. Все, наверное, железо, да? Есть, да, замечательно. И железный фрагмент, вернее, сюда суем. Так, пусть они у нас работают, пусть печка плавится, железо, если напекется, то можно железом еще что-нибудь улучшить. Так, все, поехали. Продолжаем нашу стройку. Не отвлекаемся. Вау, уже высоко. Хорошо. Такс, сюда. 5 пилар ставим. Работа такая, знаете, муторная, но она не становится от этого неинтересной. Наоборот, только интерес у вас повышается. Лично для меня. И здесь тоже мы делаем без окон, без плиток по контуру. Тоже заставляем просто. Вот так вот. А было бы время, конечно, побольше. Можно было и улучшать пилар, но это затянется, наверное, часа на два, если все это делать. А нам же нужно с вами там не так долго. В принципе. Так, и здесь улучшаем, разворачиваем стену, втыкаем сюда пилары. Печку я хорошо поставил, вот не мешается, стена поставится. Ну да, в принципе, все должно получиться. Костры. Так, залазим сюда. Дверной проем. Смотрите, гляньте, у нас одинаково, да, получается, все дверные проемы в одном месте. Это хорошо, получается у нас такая симметрия, как бы. Так, ставим. А, вот так вот. И давайте улучшу я, достану. Да, вот достаю. Дверь сюда ставим. И, конечно же, замок. Два замка уже осталось. Так, есть. И давайте здесь тоже вход. Выход. Прям вот так вот у нас пусть будет. Рядом с тем. А, черт, неужели печка мне мешается здесь? А, нет, все в порядке. Ставится, думал, печку поставил неправильно. Так, случайно туда поставил, но это нормально, не мешается. Так, здесь у нас еще тоже все путем. Хорошо. Просто замечательно. Так. Сюда вот. И тоже дверька мы с вами втыкаем. Есть. Замок. Все работает. Давайте нашу печку проверим, сколько там наплавилось хотя бы.
Ой, работай, работай, печка. А, 590. В принципе, я думал, быстрее будет. Черт с ней, пусть плавится. А делаем вход наверх. Так, что-то провалился я. И, в общем, сейчас мы поднимаем с вами еще два этажа. С окнами и с плитками наверх. И потом у нас будет, соответственно, пустой этаж. Без окон, без плиток. И потом будет у нас крыша уже начинаться. То есть нам осталось где-то три этажа с вами еще сделать. И, в принципе, все. Ай-яй-яй-яй-яй, свалился. Так-с, быстренько поднимаемся. Давай-давай-давай-давай-давай. Так, ставься, все, хорошо. И понеслась вот так вот. Улучшаем все, улучшаем. И здесь уже ставим тоже. Такие вот плиточки. Вход, так-с. Вход главное не закрыть. Треугольники. Есть, есть, есть и есть. Так, все это дело улучшаем быстренько. Такс, такс, такс. Такс, такс. У-ху-ху! Эй, наверху! Хорошо. Пока все идет нормально, нападений вроде нету. Бомжи никакие не подходят. Но, в принципе, здесь онлайн маловатый. Это хорошо, с одной стороны. Никто не мешает. Такс, ставим пилары. А, ставим треугольники уже сюда. Опять у нас форма звезды такая получается. Так, вот таким вот образом все. И вот сюда тоже. Так. Есть, улучшаем быстренько. Раз, 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 работаем, не устаем, нам это дело нравится. Не скучаем, ребята. Так вот. Да, конечно, на пилар много времени я потерял бы, если бы тоже их улучшал. Ну, в принципе, они здесь не играют никакой роли. Нужны они нам лишь для того, чтобы устойчивость была больше. Так, и закрываем здесь. Здесь вот без окна. Сразу лучше. А здесь уже с окнами. Два этажа. Это первый у нас, и потом высоту еще будет. Один этаж тоже с окнами. Такс. Такс. Сюда. Сюда. И вот сюда. И быстренько ставим решетки на окна. Жалко, ставень таких нету, да? Ставни были, раз, типа, открылось окно, закрылось, прикольно. Или какие-нибудь жалюзи сделали бы, весело бы было. Интересно, шторки, да, какие-нибудь? Тоже, конечно, много чего могу предложить. Кто же меня послушает? Так, и улучшаем все это дело таким способом. Отлично, слушайте, вообще классно просто. Со стороны, как потом выйти, нужно обязательно выйдем на улицу и посмотрим, как же у нас получилось. Так, улучшаем. Вот так вот. Так вот. Сразу закрываем потолок, чтобы он нас не смущал. Вот так вот. По кругу тоже пилары. Ставим, ставим, ставим. Вот в каждую такую середину можно по шкафу, в принципе, пихать. Ну, я здесь их не только в одном месте, да, видели там? Сделал, да и хватит. Мне же здесь не обороняться, не сидеть. Такс, такс. И замочек сюда пихаем. Так, ну вход давайте тоже здесь вот сделаем. Пусть будет. Стена. Есть. Улучшаем, улучшаем, улучшаем. Улучшаем. Сейчас прямо здесь вот тоже улучшит этот пилар. Здесь, то есть, плитки положу. Не буду вверх залазить, а то я падаю там постоянно сверху. Здесь прям сразу лучше. Потолок поставлю. Такс. Другое дело, слушайте. Так, так. Есть дверь-то у меня. А, здесь двери еще нету. Замочек. Давай. Есть. Все, ключ мы не будем делать, он нам не нужен. И погнали в высоту. Еще один этаж у нас остался с окнами, который будет. Так, здесь треугольники. Да, процесс очень долгий. В принципе, если самому ресо добывать, это, не знаю, на неделю займет возведение этой башни. Очень много камня тратится на эти треугольники. Они маленькие, а площадь нужно закрыть большую. Ну, очень кирпичам нужен, тем более жрет он по 300. Охренеть просто. Так, и ставим пилары.
Так, как и сказал, это будет у нас тоже с плитками защитными от лестниц. И с окнами. Так, ставим плиточки наши. Ну-ка, давай. Ставься. Такую башню можно, в принципе, гнать и гнать. Сколько там предел? Сколько блоков, я не знаю, высоту. Ни разу не испытывал. Кто-то, конечно, мне говорил, но я забыл. Он то ли 50, то ли 80. Не знаю, может, я, конечно, ошибаюсь. Если ошибаюсь, исправьте. Подскажите, кто знает. В принципе, мне очень интересно это узнать, сколько высоту можно блоков ставить. Гляньте на тень. Посмотрите. Вау! Офигенно, да? Мне уже нравится эта башня. Блин, просто очуменно. На тень, да? Видели? Класс, класс. Если я отсюда свалюсь, в принципе, окочурюсь. Надо хоть спальник кинуть на всякий случай. Пусть здесь вот так вот спальник пусть будет. Мало ли что, да? И ставим окна сюда. Так, сюда вот мы ставим стену, чтобы не видно нас было, когда дамы там, когда нападать будут. Типа, а, где он? О, я его не вижу. А мы юрк здесь и пробежали на этаж. Такс. Так вот, хорошо. Улучшаем. Сразу. И у нас останется сейчас один этаж сделать. А без всего, без окон, без плиток. И крышу. Так, и сюда мы заставляем решетками все. Должна крыша круглая получиться. Не знаю, конечно, как ее будут делать пока, но время покажет. Пилары сюда забыл поставить. Это недолго исправить. Стену. Стену. Вход. И дверь. Замок-то есть у меня еще? О, есть один замочек. Так, поставим замок. Опля. Есть. Есть такое дело. Растик играть и строить. И застраиваем потолочек наш. Что-то я забуксовал, что я не иду. А, мешает спальник. Так, улучшаем. Замечательно, все замечательно. Окружаем середину и вход здесь. И мы с вами уже подобрались, в принципе, к крыше. Совсем немного нам осталось до нее. Дверь втыкаем. Давайте еще пару замков скрафчу. Так, для красоты. Пусть стоят. Так, есть. И вход вот сюда вот делаем. Так. Здесь вот можно, конечно, застроить, тамбур сделать внизу. Этого я не делаю. Так, а что я пилар не поставил? Что за дела? А, вот пилар. Так. Залазим наверх. Опля. И закрываем плитками. Таким вот образом. Да черт побери! Опять ежик свалился вниз. В принципе, ничего нового, да? И улучшаем. Такс, такс, такс. Где у нас вход? Где лестница? Вот лестница. Сейчас закрываем плитками, в принципе. Такс, такс, такс. Сюда. А здесь уже треугольники пошли у нас. Треугольники, 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 треугольники. Давайте пилары сразу поставлю. Пилары. Потом с вами все улучшим. Это недолго. Так, по кругу. По кругу, по кругу, по кругу. Вот так вот. И вот так вот. И теперь мы ставим стены сюда. Как я и сказал, будет у нас без окон и без плиток. Вот так вот. И сейчас с вами улучшим. Останется у нас только крыша. Так, погнали. Понеслась, как говорится. Немного лагает. Ну, ничего. Нормально, нормально все. Быстренько улучшили. Разворачиваем. И улучшаем здесь треугольники. И, конечно же, здесь не только треугольники. Так, так. Все, ставим сюда пилар. Быстро улучшаем. А, по кругу кидаем еще пилары сюда. Вот так вот. Так, это вход у нас типа на крышу, да, получается. Дверьку надо поставить обязательно. Дверь. Сюда тоже дверь поставлю. Сейчас нужно залазить наверх. Так, и вот таким вот способом тоже закрываем. Есть. Здесь тоже. Есть. Так, пока вверх здесь не буду закрывать. А, подвинься. Дверь, 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 дверь.
Дверька есть, и замок сюда кидаем. На, получи. Улучшаем. Дверь. Есть замок. Как раз отлично. Замок. Такс. И, наверное, так, обходить мне по контуру или нет? Давайте пока обойду, да. Если что мешаться будет, я их разрушу. Не знаю я, как крышу делать круглую. Сейчас посмотрим с вами. Должна получиться, по идее. Хотя, все может быть. Может и не получится. Так, залазим. Черт. Нужно подпрыгивать перед тем, как залезть. Хрень. Есть. Так, давайте пробовать крышу. Не знаю я. Вот так вот, что ли, делать. По кругу, да, идти. Вот так вот. А, гляньте-ка, все получается. Классно, а. Тогда мы здесь давайте закроем плитками. Вот так. А, не получится. Если бы я плитками здесь закрыл, я бы, наверное, крышу не поставил. Так, класс. Тогда вот так вот проходим. Есть. А я-то думал, как круглую крышу сделать. Так, что за дела? Что я здесь не могу поставить? Ну-ка, давайте отойдем. Пройдем вот здесь вот. Здесь ставится, нет? Здесь вот ставится, а там почему-то не хочет. Сейчас залезем, посмотрим. Так, тихо. Давай, залази. Что-то мешается, крыша что-то мешается. Залезть не могу. Да, скорее всего, крыша мешается. Так, отвали. Дай пройти, дай. Наверх. Так, мне здесь нужно закрывать как-то. С плитками здесь пока что. Треугольниками поставлю, чтобы походить. Улучшать пока не буду. Так, здесь вот должна поставиться. По идее, да? Ставится, а вот здесь вот... Нет. Почему? А, все, закрылось. Просто не прогрузилось. И вот здесь вот должна тоже, по идее, поставиться. Ага. Ах ты ж. Ну-ка, если развернуть ее. Тихо. Я не могу развернуть. Ладно. Я думал, так и думал, что проблема будет с изведением крыши. Может быть, вот эти вот мешаются? Скорее всего, нужно разрушить. Перемычки вот эти. Так, ладно. Пропишу ремув. Это недолго, в принципе. Проверим, если моя теория подтвердится. Ремув. Значит, стенки не нужны, когда крышу ставите. Так, и сюда вот. Вернее, вот эти вот перемычки. Посмотрим. Поднимемся наверх. Так, чат отключим, чтобы он нам не действовал на нервы. Что, опять здесь не заберусь? Закрыл? Да, сейчас сломаю. Так, закрываем. Сейчас прогрузится. Закроется, да? Да, все. Ну-ка, роднуля. Должна же. Ага. Ну-ка. Появлялась синенькая. Так. Вот так вот. Правильно, нет? Здесь прогрузилось. Вот, есть, кстати. И вверх давайте с вами доделаем. Таким вот образом. Поставилось, а здесь вот что-то не ставится, да? Наверх попасть как бы мне. Стоп. Давайте по блокам заберемся наверх сейчас. Посмотрим, как будет выглядеть это с высоты. А здесь, в принципе, можно улучшить. Это не мешается. То есть тамбур не нужно делать на крыше. Такие вот перемычки, которые я хотел загородить, они здесь не нужны. Блок. Чё, блок не ставится сюда? А, лестницу поставлю, чё я? Лестница не поставится, вот чёрт. Блок. Да, не могу здесь блок поставить. Так, ладно. Вот так вот должна же поставиться, по идее, правильно? Сюда вот. Нет, мешается. В принципе, вот так вот только могу поставить. Таким вот образом. Здесь вот никак не могу загородить, не знаю я. Ну, в принципе, вот такую крышу я и хотел, все правильно. Давайте оставим ее соломенной, наверное. Будет прикольно. Не буду ее разрушать. Ну и давайте вниз спускаться, в принципе. Так. Не спущусь я здесь. Придется рушить. Один проем. Так, ломайся быстрее. А, быстрее разрушить. Так вот. Есть. Сейчас спущусь и поставлю. И загородим. Таким вот способом. И здесь вот. А здесь что у нас осталось? Тоже закроем. Там он что-то осталось, не понял. Я же заделался. Что за дела-то? Вот так вот. Там вроде закрыл. Вс,
Все, спускаемся вниз, посмотрим там, что у нас с печкой, сколько напекло мне железо, пока я строил. Такс. Ну-ка, печка, иди сюда. 4000. Ну, сейчас давайте на 4,5, в принципе, это сколько нам, на 10 стен хватит. 4, ну, еще чуть-чуть, во, 4500. И спускаемся вниз. Побежали. Опля. Сюда. Опля. Вы слушайте, довольно высокая, да, получилось у нас. А где выход-то? Что, замуровал, что ли? Выход замуровал, походу. Здесь он, посмотрим. А, вот выход. Думал, сам себя замуровал. Так, а здесь где? Еще вниз. Блудился. А вот и выход у нас. Так, что мы, в принципе, железа там маловато, можно вот улучшить. Ступеньки. Дверной проем развернуть. И саму дверь, соответственно. Так, ну и здесь вот давайте. Вот так вот. Вот так вот. И все, наверное, железо у меня. А, 2000 еще осталось. Фундамент. Сюда. Дверь сюда. Что-то перевернул. Вот так вот. Вот так вот. Все, да, больше не осталось. Ну что, выходим, в принципе. Вау! Вы только посмотрите на эту красоту, ребята. Это офигенская башня. А, давайте поставим вокруг все-таки вот такие вот заграждения. Такс. Сюда вот. Чтобы был поприкольненький. Поприкольненький, да? Так, закрываем. Закрываем. Ну так, типа защита от бомжей, или чтобы смотрелось получше. Так, что-то красное, что-то не могу сюда ставить. А, вот. Сюда вот могу. Сюда что-то не могу. Странно. Ладно, давайте с этой стороны начнем. Вот здесь вот. Поставится? Да, все ставится. Такс. Такс. И еще немного осталось. 4 хватит, что ли? Сюда, сюда, сюда. И ставим. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Не поцарапать пукан бы свой. Такс. Сюда. Есть. Да, наверное, 4 не хватит все-таки. Еще нужно немножко. Сюда. И вот сюда. Давай, 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 роднули, я в тебя верю. Еще, наверное, 3 надо. Так вот. Давай, крафт. Черт, выронил одну, что ли. Ну ладно, в принципе, хватит столько. Не ставится так сюда, да? Наверное, из-за ландшафта. Вот сюда вот только ставится. Черт, а вот так вот? Боком, если? Нет, боком тоже не ставится. Вот за хрень. Я больше не... Нет, баррикады больше я никакие не могу ставить. Ну да ладно, это, в принципе, не так важно было. Так, ну что, на нашу красоту нужно смотреть только с высокой башни, которую я сейчас сделаю по-быстрому с блоков. То есть мы сейчас залезем по блокам очень-очень высоко, вот здесь вот, и посмотрим, как же она у нас выглядит. То есть я здесь в низине нахожусь. Сейчас по блокам быстренько залезем. Наверх. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. 10, отвернусь пока. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 и 20. Ну чё, вот ключевой момент, ради которого я строил эту башню, это сам вид её. Ну чё, посмотрим, что у нас получилось. Та-дам! Вау, вы гляньте только на эту классную, прикольную башню. Кстати, хорошо, что я не улучшил крышу, потому что соломенные вообще прикольно смотрятся. Вот эти вот треугольные плитки по периметру тоже просто замечательно. Если ее железом обшить, я думаю, еще лучше будет смотреться. Посмотрите, потому что на низ немножко у меня железа было. Никто там не бежит. Вот такая у нас башня получилась. Я такую башню давно и хотел сделать. Наконец-то. Мечты сбываются, да?
Сколько у нас этажей, давай посчитаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Ну, почти 10 этажей. Ну, если с крышей вместе, то 10 получается. Классные башни, еще если по периметру сделать, это вообще здоровое будет. Это очень долго, долго очень строить. Посмотрите, вот он, прототип. Это будет Ёжик Таун у нас. Такая вот башня. Очень, очень прикольная, мне она очень понравилась. Кому понравилось, тоже ставьте лайки, пишите комментарии по этому поводу, не стесняйтесь и подпишитесь на канал. С вами был Турбоёжик, еще услышимся. Пока.